Итак, друзья, мы снова в Кронштадте. Остановились на нашем любимом месте и идем к собору. Как и обычно, мы подходим к боковому входу. Идем к центральному входу. Сейчас попробуем зайти в храм и поснимать там, если не запретят. Не знаю, разрешена здесь съемка или нет, на всякий случай выключу. Потом включу, если можно. Вот такой красотой встречает нас храм, Морской собор. А если обратить взор вверх, вообще обалдеете. Как вы знаете, собор является морским, и здесь по кругу размещены памятные доски, начиная с 1695 года, 25 сентября, о всех погибших кораблях и их командах. Колонны собора выполнены из искусственного мрамора. Это специальная такая смесь. И заканчивается череда памятных досок 1917 годом. После этого на стенах закреплены просто чистые пустые мраморные доски. В храме очень много посетителей, как и экскурсантов, так и верующих. Здесь проводятся и службы, и экскурсии. Мы находимся возле конца летописи. Последние 4 года только летопись велась синхронно. Входим в Великой войне, входим в Первой мировой. Но, к сожалению, после революционной событий на Украине стало прерываться. Мы знаете, там речь тоже были демонтированы. И мы сторожили такими же пустыми, какими мы были. Как видите, до конца летописи, алтарной, сердце осталось сочинено. Когда как видите, экскурсоводы называют эти доски летописью. Эта летопись закреплена по всему периметру собора. Thank you.
И вот мы выходим через ту дверь, которую видели в начале видео. Сзади памятника Федору Ушакову. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.